Итак, я вас всех приветствую на пятой серии Подтенши. Вот, всех обнял, приподнял. Давайте загрузим сейвик. А, ну и приятного просмотра. Я надеюсь, понравится. Лайки, подписки, все, что я хочу от вас. Так, нас тут в прошлой серии повыбивали, и, по-моему, мы двигались в хаб. Чтобы, короче, отоспаться немного. Прокачиваем боевочку. Крепость 29, атака 5 плюс 4. Я тут набрал всякого на продажу. А что по параметрам? Атака, защита, блин, мало. 18 у ворота. Боевое искусство 4. Ну, еще на какие-то серьезные бои не тянем. Ну, так, один на один какому-нибудь голодному бандиту явно наваляем. Сейчас продадим, отоспимся и дальше, короче. Искать неприятности. А, так, говорить. Давай торговать. Забирай, говорю. Угу, вот так вот. А, не хочу оружие. Давай на паузу поставлю, посмотрю. Ловкость чуть-чуть режет, защиту в ближнем бою минус 5, на боевое искусство плюс 4. В принципе, подойдет. Ничего не режет, хорошая бронь. Оставить можно, не является доспехом. Тоже вроде ничего не режет. Сапоги. Боевое искусство минус 5. Ну, сапоги эти нам явно не подойдут, так что я думаю, их можно продать спокойно. Все, так. Еда. Ну давай это возьмем, побегаем там, поищем потом тех же самых голодных бандитов. Так, ну все, давай погнали на второй этаж. Надо выспаться немного. Подлечить свои конечности. 50 катов за кровать, это вообще ничто. Так, мелочь жизни. Вот, как бы и напоминаю, что финальная цель это, короче, уничтожить святую нацию, которая занимается, ну, которая рабовладельцы, и вот. Ну и построить базу, может, посмотрим, как будет получаться. Я, в принципе, в Тенши еще никогда не строил базы, не доходил там до этого момента. Ну и играл последний раз тоже очень давно в Тенши. Сейчас левую руку восстановим. Так, давай на большей скорости, чтобы он хилялся быстрее. Вот. Пойдем, наверное, в том же направлении. Искать, не знаю, тренировки, неприятности. Пока у него там все еще валяется, как кусок неизвестно чего. Просто болтается. Но я думаю, мы прям ее уж там до конца выхиливать не будем. Действительно, только кровь только восстановим до конца уже. Ну и все. Боем искать голодных бандитов. У нас денег уже там 6000 почти. Ну что, в принципе, потихоньку можно так осмотреть немного
О, кто у нас тут дерется? Голодные бандиты. Братан, твой выход. Твой выход. А, так, давай-ка ты это скинешь вот прямо сюда. Голодные бандиты. Напасть. Давай чуть помедленнее скорость. Так, гудак повредили мне. Надо... Все, без сознания. Голову мне выбили. Ну так хорошо, слушай, посражались. Это бандиты эти же. Голодные бандиты, да. Ну, за вами я уже не успею. Сейчас я тут охрана, блин. Охрана хаба. Ниндзя-торговцы. Короче, их им накостыляли. О, слушай, мне даже подхилил. Все, давай дальше отлеживаться. Получили, потренировались, дальше отдыхать. Что по параметрам? Ворот 19, защита чуть-чуть качнулись. Атака 1, защита 3. Ну вот за счет уворотов только что, наверное. Чисто за счет уворотов там как-то сражались. Но это неплохо тоже. Это даже отлично. Что меня режет у ворот? Штраф обузы. Это, наверное, из-за вещей? Блин. В принципе, не страшно. Он дает боевое искусство плюс 4. Ладно, давай еще осмотрим, что здесь есть. Там тех голодных бандитов уже уничтожили. Что там вокруг хаба? Ты кто? Воры Шиноби. Ну, это вроде как хорошие пацаны. Все, давай, хорош там отлеживаться. Так, это кто? Пыльные бандиты. Но эти могут мне тут тоже так накостылять. Давай. Сохранимся. Пыльные бандиты, господа. Вы кто? Голодные бандиты. Слушай, голодные бандиты. Блять, но они возле города. И можно сюда заходить, и никто им ничего не сделает. Блять, а я этих проебал уже. Они ж тут были. Не-не-не, во-во-во. Давайте, пыльные бандиты. Сейчас тут быстренько выхвачу. Не, что-то я прям очень сильно выхватываю. Они мне очень много кровотечения ставят. Надо убегать по возможности. Давай, хиляйся. Ты кто? Голодные бандиты. Ну, блядь, только что рубануть его.
Блин, я ему ногу отбил. Оно живое? Да, первой помощи не знаю. Может, потом потренируюсь на нем, но у него, блядь, ноги нету. Так где ты умираешь? Давай добро твое продам, блин. Ну, конечно, нечестный бой был. Ладно, давай дальше отлеживаться. Но мне реально с пыльными бандитами мне... Ой, с этими, с голодными бандитами лучше воевать, а не с пыльными. Подожди, я нарушаю? Блять, я нарушаю. Оказывается, я тут нарушитель. Ладно. Я думаю, можно пока походить где-нибудь, я не знаю, посмотреть какой-нибудь еще город, что ли. Давай в улей схожу, блин, продам там что-нибудь по возможности. С едой у нас все в порядке. Лучше, чем когда мы были в рабстве. Конечно, не очень хорошо, что на нас обиделись в хабе. Но вроде как они должны там спустя какое-то время уже забыть. Про то, что я там возле их ворот там с кем-то повоевал. Блин, я думал, они, в принципе, по умолчанию этих голодных пыльных бандитов пиздят, но оказывается не так. Так, магазин протезов. Тут у нас еще тут торговцы есть. Тут торговцев нету. Вот тут есть торговец. Так, а где-то там есть? Кто торговец? Ты торговец? Я не торговец. Вот он. Говори, давай. Ну, немного. Немного заработали. Можно, конечно, штаны, блин, какие-нибудь такие купить себе еще. Ну, но режет он. Параметры наши. Ой-ой-ой-ой. Ну что, дальше исследовать местность? Пошли сюда. Я не знаю, я сохранюсь, но как-нибудь отдельным сейвом сохранюсь, типа... Пускай будет два. Типа, мало ли нас в хабе не простят. Вы кто? Изгой святой нации. Ну, вы, ребят, конечно, можете меня накостылять. А мне даже потом и подлечиться будет негде. Ладно, пофиг на вас. Вы мне в любом случае надоете. Голодные бандиты. Давайте. Фиг с вами. Ну слушай, ну у ворот. Ворот качается, но только что-то мы не можем ни по кому попасть. Не, мы попали там по одному. Слушай, а им даже нечего брать с меня. Все, без сознания, минус 15. Нормально. По идее, не должно быть. По идее, не должны умирать. Сейчас еще чуть-чуть крепость поднимем. У нас сейчас 32.
Пацаны, а куда вы пошли? Вон туда пошли, да? Блин, ну мы тут с вами еще так-то не закончили. Так. Опять выбили. Опять без сознания. Блин, был бы какой-нибудь спальник, было бы вообще шикарно. Но у нас его нету. Так, медицина еще есть. Ладно, погнали дальше исследовать территорию. Сквин, что-то знакомое. Да, по-моему, там эти шети живут, или как их? Если я не путаю. Ну, сквине, по-моему, можно отхиляться там. Можно даже, по-моему, спальню купить. По-моему, там такой достаточно большой город. А вот и Сквин. А вы кто? Да, вы шите. Что у нас тут есть? Бар. Давай бар. Бар, в принципе, он открыт круглосуточно. Ты кто? Сталец. Давай в любом случае к торговцу. Рыбка, давай мяско возьму. А у тебя тут есть где поспать, подлечиться? У тебя есть тут? Сто катов. Блин, уже 2 раза дороже. В принципе, всю эту сумму она отбивается там. Деньги есть, если что. Так что не проблема. Сейчас, в принципе, день настанет. Пойдем посмотрим. А, тут торговец. Тихо. В каком ущелье находитесь? Тут оружие, тут бодиармор. Ага. Я понял. Давай потом сюда к торговцу сходим, как он откроется. Только надо уже дохилиться. Смотреть себе спальник и идти прям вкачиваться по-жесткому. Ну, заодно аптечки купить. Я бы себе какие-нибудь еще боты посмотрел бы. Но я думаю, с поверженных противников можно будет поснимать что-нибудь интересное, может, найдется. Давай, может, ускорим время. А вы во сколько открываетесь? Господа, все, открылись. Ладно, пофиг, если я сейчас найду спальник. То это не проблема. Так, спальника у тебя нету. Простой ковер. Блин. Давай еще тогда медицину. Блин, но я не дохилял грудь, чтобы идти там с кем-то воевать. Конечно, может там, типа, взять там хлопка закупить, пойти потом в другой город, продать все это. Ну, камон, кому это интересно? Да попробуем опять в хаб сходить. Сохранюсь опять же на второй сейф.
Слушай, нет, давай-ка я еще раз заскочу. Да сюда заскочу, посмотрю, что тут. Блять, я не хотел умереть. Пацаны, тут дверь открыта, блин. Ладно, я не хочу, чтобы мне тут... Еще эти на меня обижались бы. Давай в бар. У него вроде как не было спальников. Или мне надо в магазин там для походов идти, я не знаю. Наверное, да. Сейчас посмотрю. Сначала у этого. Этого нету. Что у нас тут? Мечи. Армур. Здесь что? Просто спальное место. Блин, и у тебя тоже нету, да? И у тебя тоже нету. Ничего для походов. Ой-ой-ой. Беда, беда. Ну, у тебя, понятное дело, что такое броня, блин. Ну и все, да. Ладно. Погнали, блин, сюда. Блин, ну грудина, конечно же, наполовину. Такое себе. Так, поскольку у нас это украденное. Вещи, показать ему свои вещи. Все. Контрабанды не обнаружено. Лучше бы тут где-нибудь голодные бандиты обнаружились бы. Вот это было бы лучше. Ну что-то пока никого не видно. Пустыня Стен. Путевая станция. А, там, скорее всего, эти. Святая нация сидит, да? По-моему, да. Ну что, ходим, смотрим. Ищем. Может, конечно, вокруг хаба там побегать. Но какой смысл пойти вовнутрь подлечиться, нам сейчас не дадут. Типа мы нарушали закон. 27 часов мы будем бывшими рабами. Ну, короче, смотрим окрестности. Все осмотрел.
Руины. Ну, слушай, ладно, деньги, в принципе, заканчиваются понемногу. Давай в руины сходим. Великая крепость. Ну, кстати, давай тоже заскочим после руин. Ну, а сейчас что-нибудь такое ценное пособираю, типа вот этого. Железо. Не знаю, составной топор. Что там за составной топор? Железо, подожди. Восемь, 14, что-то там. Ну, это режет. Режет. А вот составной топор. Ну, кстати, так нормально стоит этот топор ваш. А еще один взять я, наверное, не смогу, да? Ага. О, кто это? Вы кто? Это шеки, наверное, идут. Да, походу. Ладно, давай в Адмак. Камни он не может поднять. Продадим там. Блять, перегруз 75%. Качаем силу. По-моему, когда-то в этом Адмаде давным-давно, по-моему, я там и купил себе спальник. Вот сейчас навешивают мне. Давай-ка камень идет отсюда. Нафиг. И поскорее бежим в Адмак. Не догоняете? Блять, все равно перегруз. Так, жизнь дороже. Ну так хоть отрываемся. Один тут только самый бегучий кабанчик. Но он нас не догоняет. Да, все спокойно, сейчас оторвемся. Все, отстал. Вы кто? Королевство шепков. А с кем деретесь? Пауками. А давайте поможем, давайте спишемся. Все, даже не потребовалось. Че, все на продажу? Ты кто? Кожаный паук. Показалось, что череп какой-то лежит. Все, давай дальше в город заходим. Тоже сейчас проверки контрабанды не будет. Вроде нет. Так, бар. Бар, два бара. Тут что-то ихнее там. Боди армор. Во, для походов. Давай сюда, для походов. Давай вот это продавай нафиг, вот это продавай. Вот это нам тоже не надо. Вот спальничек один давай оформим мне. Ну все, отлично. Блин, карт может купить себе. Или портфель. Давай портфель может купим. Да, он там режет, но он нужный.
О, появились слоты. Но это не топовый портфель, так что... Я бы такой, чтобы еще шины взял бы. Вот так. Ах. Ну, вроде все. Что здесь продаете? Ну, ничего такого, да? Ничего такого у вас нету. Давай, я не знаю, пойдем опять вот сюда. Где-нибудь там приляжем, отхиляюсь. Да, вот здесь. А как тебя использовать, я забыл. Блин, как тебя использовать реально? Чение, ремесло. Подожди, давай-ка ты на паузу поставь. Скрытно так. Ладили спальник. Вот так вот. Сюда спальничек. И что ты его не ставишь? Потому что на паузе сделал это, да? Давай, короче, вот так отожму. Ладерь. Спальник. А, слишком близко к городу. Все, давай, отдыхай. Отоспишься. Заберем спальник, пойдем подеремся где-нибудь. Вообще шикарно. Это вот вещь, которая must have. Откуда мне перегруз 20%? Западный улей. Сейчас все будет в норме у нас. Чуть потратили денежку, но мы ее быстро и отобьем. В случае нужды прям. В принципе, хорош дрыхнуть. Давай, бери этот спальный мешок, ложи его сюда. Пошли искать. Дальше. Что у нас тут вокруг творится? Это а, ну, там улей. А ну слушай, там эти клювастые твари еще находятся, мне в принципе они не настолько интересны. Улей, улей, давай посмотрим, там может, ну не клювастую тварь, а эту бандитов опять же этих, что вроде как они в этой территории тут не обитают. Мы бы посерьезнее.
Никуда ты. А тебе надо было важно обижать это дерево. Я понял. Пограничная зона. Ну давайте, ну где же все эти, блин, бандиты? Может, их какой-то множитель можно поставить? Моды нет. Основное. Наебедина, город, размер. Размер отряда. Отрядов НИП. Давай повыше немного. Вы кто? Кочевники. Ну, кочевники нам не интересны, не враждебны нам, так что интереса не представляете. О, кто? С кем деретесь? Блин, пацаны, мне оставьте хоть кого-то. Давай. На главаря голодных бандитов. Ну опять он остановился. Надо атаковать всех. Блять, это рабовладельцы. Давай, кто здесь менее покалеченный. И на тебе покачаюсь. Давай, отпусти. Первая помощь. Что ты меня не атакуешь? Слушай, он крепкий. Это даже мне очень нравится. Я даже еду вытяну. Это сейчас реально, блин. Ну, попасть по нам не может. Ну ты это хотя бы один раз ударил его. Для приличия. Что он же побитый, блин, там весь. Ну сейчас нас выбит, блин, и все. Все, ты съел ее, ты съел ее. Так. Небольшая скорость, лагерь, спальник. Строй. Строй, отсыпайся. Давай, отдыхай. Чуть-чуть качнулись. Чуть крепости там, наверное, зашло. Параметры. Воротик, защита, боевые искусства. Что-то вообще прям медленно идет. Мне казалось раньше, что оно должно быстрее как-то. Вы кто? Рабовладельцы. Но эти могут меня слушать конкретно так. С ними лучше конфликтов не иметь.
Ну что, побитые, но не сломленные жизнью, мы продолжаем нашу прокачку. Тяжело, медленно, но как получается. С вами был Зазепа. Ребята, не забывайте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю и желаю вам всем удачи и пока.